В Ленинском городском округе продолжается плановая диспансеризация населения. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста, инвалидам, а также ветеранам, участникам боевых действий, труженикам тыла, бывшим жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей. Все они проходят диспансеризацию ежегодно. В преддверии 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне ветераны пройдут наиболее полную и масштабную диспансеризацию. Обследоваться в поликлинике можно без очереди в любой день, кроме воскресенья. Обычный осмотр терапевтически, определяем круг заболеваний, которые у них уже есть, что-то ухудшилось, стабильно, предлагаем им госпитализироваться, более чтобы удобно было госпитализироваться в стационары терапевтического профиля, кардиологию, неврологию, для того, чтобы их комплексно обследовать там. Сроки госпитализации не ограничены и определяются в каждом конкретном случае индивидуально. Для обслуживания маломобильных ветеранов работают выездные бригады. Организуем на дому общие анализы крови, биохимии, ЭКГ, специалистов, которые требуются, профильных специалистов, неврологи, хирурги, по необходимости, по возможности необходимости, это окулисты, лора. Также для участников войны, имеющих инвалидность, обновят индивидуальную программу реабилитации. Поскольку там нужны ходунки, матрасы и так далее, и так далее. Вот эти все средства после осмотра, после проведения диспансеризации эту плановой, мы должны будем обновить их. Всего в этом году диспансеризацию должны пройти 857 ветеранов, проживающих в Ленинском городском округе. Среди них 57 фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, каждому из которых уже больше 90 лет.